Весной 1988 года на высоте 7200 метров над Гавайскими островами у самолета, перевозившего 95 человек, внезапно отделился 6-метровый кусок фюзеляжа. Этот фильм описывает события, предшествующие ужасному происшествию, а также саму катастрофу. Несмотря на то, что имена некоторых действующих лиц были изменены, сюжет этого фильма точно воссоздан со слов команды самолета. Февраль 1988 года. Paradise 228. Разрешаем посадку на четвертую полосу. Маневрирование 2400 метров. Они вас видят. Paradise 228. Открыть закрылки. Разгерметизация кабины. Активировать аварийную подачу кислорода. Аварийная подача кислорода активирована. Paradise 228. У нас стремительная разгерметизация кабины. Горит второй двигатель. Горит второй двигатель. Нулевая тяга во втором двигателе. Рычаг пуска второго двигателя не работает. Тяну за рукоятку выключения двигателя. Поворачиваю ее направо. Противопожарный баллон запущен. Paradise 228, это центр управления. Подтвердите разгерметизацию. Paradise 228, стремительная разгерметизация кабины. Второй двигатель горит. Paradise 228. Сколько человек на борту и сколько горючего? Paradise 228. 75 пассажиров, 5 членов команды, горючего 2 тонны, 611 килограммов. Проверить пожарную инструкцию. Кажется, у нас проблема с гидравликой. Гидравлика? Извините, господа, но нам придется прерваться. У нас какая-то ошибка в компьютере. Не уверен насчет твоего друга Биджея. Инженер системы, пожалуйста, пройдите к симулятору номер 9. Досталась вам работенка. Да? А я не заметил. Тебе показалось что-нибудь странным? Нет, я всегда тренирую посадки с горящим двигателем, без гидравлики и с 6-метровой дыркой в обшивке. А что, разве не все так? Вы недовольны, мистер Мэллори? Вы чертовски правы. В симуляторе горели сразу 3 критических положения. Тише. А разве нет? Спокойно. Вообще-то 2. Правда? И кто вас считать учил? А ты что думаешь, Боб? Думаю, разгерметизация — небольшая проблема на высоте 3000 метров. Верно. Критических ситуаций было 2, мистер Мэллори. Главное здесь — компетентность. К тому же на высоте не важно, сколько у вас критических ситуаций. Вам надо решать их по степени серьезности. Вам надо просто научиться думать на 2 шага вперед. Я всего лишь следовал инструкции. Но вы должны уметь сочетать инструкции со здравым смыслом. Надо думать головой. Это поможет расставить приоритеты и сконцентрироваться на главном. Крис, постойте, слушайте. Я отлетал где-то 1000 миссий во Вьетнаме. Я вам говорю, когда дело запахнет керосином, вам лучше быть готовым, потому что вы должны быть пилотом, а не хваленым водителем автобуса. Извините, но ведь у нас пока все получается. У вас пока что-то получается. Но стоит задуматься над моими словами, Крейг. Это все. Мистер Брэнд, пожалуйста, свяжитесь с начальством. В бою он бы не справился. По крайней мере, во флоте. Про авиацию сказать не могу. Думаю, в авиации все было бы нормально, если бы он тренировался на базе Венс. Почему же? Потому что ты был бы его инструктором? Да. И в отличие от тебя, я находил общий язык со своими кадетами. Жесткая посадка. В фильме снимались Конни Селека, Уэйн Роджерс, Анна Алисия, Нэнси Куон, Джеймс Кромвель, Джей Томас и другие. Композитор Марк Сноу.
Император Фрэнк Бискоча. Автор сценария Гарнер Симмонс. Режиссер Дик Лоури. Извините, мисс, мы нигде раньше не встречались? Не думаю. Разрешите угостить вас выпивкой? Рэндалл Джилет, что ты делаешь? Я думала, у тебя рейс. Я просто не мог оставить тебя здесь одну. Да уж, конечно. Ты не можешь меня обогнать, я на велосипеде. Мими, у меня два колеса, ты куда? Догоняй, лихач. Мими, подожди. У меня есть кое-что для тебя. Мими! Что? Из Парадайз? Думаю, тебе надо его прочитать. Прочитай ты. Старший помощник Томпкинс, поздравляем. Вы допущены к курсам тренировки пилотов с 1 мая 88 года. Здорово. Давно пора. 9 лет. 9 лет. Ты была первой женщиной, вторым пилотом в Парадайз, теперь ты будешь первой женщиной, капитаном. Как говорил мой отец, женщине всегда надо доказывать свое право быть пилотом авиалиний. Но мне-то это не надо доказывать. О, Рэндалл. Кто вернется первым, с того обед. Обед с тебя. Тебя же повысили. Да. Догоняй. Мама, что такое крест летных заслуг? Какой крест? Летных заслуг. Тут написано, что дедушка получил крест летных заслуг. Дай-ка посмотреть. Я думала, ты меня рисуешь. Откуда это у тебя? Это тетя Джулия оставила сегодня днем. Она сказала, что предупредила тебя. Это, наверное, один из старых маминых альбомов. Как же ему шла униформа? Он был героем? Да, был. Мне было примерно столько же, сколько тебе, когда это было снято. Знаешь, я помню тот день. Играл оркестр. Все радовались. После церемонии мы устроили пикник на пляже. А девочки могут быть героями? Конечно. А ты когда-нибудь была героем? Нет. Но у тебя же есть форма? Тут нужно нечто большее. Ну что? Как тебе? Думаю, тебе следует продолжать летать. Да кто тебя спрашивает? Ты спросила. Но не за тем, чтобы услышать такой ответ. Ладно, идем. Я сказала бабушке, что мы заберем свою сестру в 2. Парадайз 257. Подтвердите разрешение на посадку. DC-9 все еще на полосе. Подтвердите посадку для 257. 257, повторяю, посадка разрешена. 8-я слева. Повторяю. Даю посадку. Спасибо. Парадайз 257. Хочешь совет? Давай. Когда в следующем месяце ты пойдешь на курсы, тебе надо быть увереннее, понимаешь? Нет, пока не очень. Не злись. Ты хороший пилот, из тебя получится солидный капитан. Просто... Просто что? Некоторые люди, как тот парень в диспетчерской, они будут проверять тебя. С этим я справилась. Справишься. Просто некоторые женщины более вежливы, чем мужчины. Понимаешь, о чем я? Тебе действительно надо быть понапористее. Я приму к сведению.
Прости за резкость. Ты завтра летишь? Только если не буду играть в гольф. Мими! Привет! Не хочешь выпить пива? Давай. Встретимся в колдуне через полчаса. Я займу столик. Боб, ты посмотрел образцы краски? Я отметила те, которые мне понравились. Ты в порядке? Да, что? Кажется, ты где-то далеко отсюда. Биджей заставил меня снова вспомнить авиацию. Отладь парус, пожалуйста. И? Пилоты, которых я тренировал, я видел, как они улетают во Вьетнам. До сих пор обидно, что меня не назначили командовать подразделением. И слава богу. Ты и так делал все, что должен. Да, но мне всегда было интересно, как бы я справился в бою. И авиакомпания дает им бесплатный билет, если им, конечно, не нужно. Спасибо. Как тебе удается оставаться такой худой? Для этого я и бегаю, чтобы есть, что хочу. А мне приходится следить за диетой. Ты опять рисуешь? Кажется, я скоро сведу с ума моих девочек. Пытаюсь организовать выставку. Можно? У тебя сегодня был первый полет на посту старшего помощника. Нет, завтра у меня последний рейс в качестве второго пилота Роя. Последний. Какой рейс? 2-4-3. Но это же мой рейс. Здорово. Да. Все еще учишь инструкции? Рэндалл говорит, я уже во сне их повторяю. Ну как? Я, конечно, не очень разбираюсь в искусстве, но это замечательно. Да и с такой моделью плохо быть не может. Она прекрасна. Спасибо, они так быстро растут. Кистью я останавливаю время. Выпьем за это. Подожди. И за капитана Мими Томпкинс. Гонолулу, 28 апреля 1988 года, 11:30 утра. Боб, что ты там делаешь? Я только пришел. А где Крис? Я все утро его ищу. Сейчас он уже должен быть в районе 14-го блока Turtle Bay. А ты? Я пришла только для того, чтобы доказать Крису, какого отличного второго пилота он теряет. Отлично. Покажешь мне, а я ему доложу. По рукам. Дал мне совет, я хотела показать, что слушаю его. Мими, тебе не нужно ничего доказывать. Я знаю. И он знает. Paradise 243, говорит диспетчерская Хило. Снижайтесь до 600 метров, курс по радару 140, полоса 8. Paradise 243, снижаемся с высоты 5000 до 600 метров, курс на 140. С
Значит, тебе недолго осталось летать в правом кресле. Еще один рейс в Гонолулу, и меня повышают. Диспетчерский Хило, это 243, мы в зоне видимости. Подтверждаю, 243. Садитесь на полосу 8. Посадочную полосу 8 вижу. Что ж, поскольку это твой последний рейс в качестве старшего помощника, может слетать и из Хило в Гонолулу? Звучит неплохо. Хило, 13.05. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Удачной поездки. Что это? Печенье для пассажиров первого класса, а не для голодных стюардесс. Фиби, мы проголодались. Небольшой голод вам не повредит. А теперь быстро в салон и приведите все в порядок, пока не пришли пассажиры. Есть, сэр. Надеюсь, тебе нравятся бобы. Это все, что у них было. Звучит неплохо. Кстати, вот, я испекла вчера вечером. Плохо, что повышают старшего помощника, который так хорошо готовит. Идет посадка на рейс 243 Гонолулу, выход 3. Мишель, это вам. Чизкейк. Мими, ты злодейка. Но мы все равно тебя любим. Сиби? Пожалуй, я воздержусь. Каждое пирожное отражается на моих бедрах. Поэтому ты самый крутобедрый бортпроводник в Paradise. Что? Интересно, когда она станет капитаном, будет столь же заботливо, если будешь хорошо себя вести. Вон наш самолет. Здравствуйте, как вы? Спасибо, хорошо. Здравствуйте. 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 Горючее. Насос работает. 4 тонны. Световое табло. Включено. Позвольте мне. Присаживайтесь. Спасибо. Вот так. Эти отсеки такие маленькие, правда? Да уж, спасибо. Мишель, меня зовут Даг Тюрбилл. Я продаю билеты в Pan Oceanic. Сейчас я в отпуске. Думал отправиться в Оаху с вами. Приятно познакомиться. Почему бы вам не сесть? Одна из нас будет поблизости, чтобы принять ваш заказ. Да, знаю. Извините. Все в порядке? Да, спасибо. Тебе понравилось, Фило? Да, я побывал на вулкане. Килауэа? Да, на вертолете. Было круто. Еще бы. До скорого. Пока. Здравствуйте. Извините, извините. Пропустите туи. Спасибо, спасибо. Привет. 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 Алоха. Алоха. Здравствуйте. Меня зовут Туи. Я танцую в Лики-Лики. Видели меня? Не думаю. Не повезло вам. Вам помочь? Не знаю. У вас есть сиденье побольше?
Вообще-то нет, но думаю, удлинить ваш ремень я смогу. Не могли бы вы задвинуть сумку под сиденье? Синди? Что вы тут делаете? Я думала, у вас медовый месяц. Мы летим домой. Джеффу пора на работу, а мне назначили полет на выходные. Мне тоже. В этом месяце все выходные в небе. Ну как у вас? Замечательно. Но мало. Мы ездили в долину Уайпио. Прекрасно. Это самое красивое место на Земле. Мы не знаем. Мы не покидали спальни. Только один раз сходили на ужин. Потом расскажете, хорошо? Все в сборе. На борту 89 пассажиров. Спасибо. Вам что-нибудь принести? Нет, спасибо. Центр управления Paradise. Это 243. На борту 89 пассажиров, 5 членов команды. Конец связи. Алоха, дамы и господа. Приветствуем вас на борту рейса 243 на Гонолулу. Прошу вас проверить ремни безопасности и убедиться, что вы пристегнуты. Чтобы пристегнуть ремень безопасности, вставьте язычок в замок ремня. Чтобы ослабить, потяните вверх. Памятка в кармане сиденья ознакомит вас с правилами безопасности на борту. Советуем прочитать ее перед взлетом. 6 аварийных выходов расположены... Джефф, послушай, ненавижу, когда я это рассказываю, и никто не обращает внимания. Когда мы вернемся домой, ты можешь надеть свою форму, прочитать это объявление, и я буду весь во внимании. Что скажешь? Договорились. 243 просит разрешения на вылет в Гонолулу. Paradise 243, открыта полоса 8. Ветер 090 по направлению 02. Альтиметр 2998. Вас поняла, конец связи. Мистер и миссис Хендрикс, позвольте предложить вам бесплатное печенье. Нет, спасибо. Она всегда нервничает во время взлета. Когда взлетим, мне будет намного лучше. Когда прилетим, возьмем на прокат гидроцикл. Хочешь? Я буду управлять? Управлять? Нет, это нельзя. А мальчикам нравится летать с печеньем? Да, мэм, спасибо. У вас очень милый мальчик. Спасибо, я им очень горжусь. Просьба бортпроводникам приготовиться к взлету. Удачного полета. Спасибо. Спасибо. Свободен. Сверимся с инструкцией. Плечевые ремни. Есть. Внешние огни. Ретранслятор. Радар. Рации. Включены. К полету готовы. Автопилот. Работает. Хорошо, Мими, самолет твой. Лети в Гонолулу. 189.
Мощность установлена. Хило, 13:30. Здорово. Paradise 243, вы в 3 километрах от переключения путей Окала. Свяжитесь с центром 1193. Вас понял, Paradise 243. Центр Гонолулу, это Paradise 243. Идем на повышение с 4000 до 7000 метров. Вас поняла. Путь через Окала разрешен, курс на Ланаи. Курс на Ланаи. Нас немного потрясет, надо включить табло, пристегните ремни. Сэр, пожалуйста, не отстегивайте ремень, пока капитан не выключит табло. Как насчет пива? Конечно, какое вам? Светлое или темное? Нет, я имею в виду, когда вернемся в Оаху. Выпейте со мной. Нет, не думаю. Спасибо. Дамы и господа, мы достигли высоты в 7000 метров. Полет идет по расписанию. Мы будем в Гонолулу примерно через 27 минут. Извините. Что случилось? Обслужи, пожалуйста. У вас все в порядке? Не думаю. Смотрите.
Paradise 243. Вы отклонились от курса на 3 километра. Проверьте сигнал от 7700. Прием. Центр Гонолулу, мы терпим крушение. Повторяю, мы терпим крушение. Paradise 243, мы теряем высоту. Быстрая разгерметизация. Объявляю чрезвычайное положение. Объявляю чрезвычайное положение. Позовите контролера. Крушение самолета между Большим островом и Мауи. Подтверждения нет. Я предупрежу центр Мауи. Мауи, это диспетчер Гонолулу. Это бесполезно. Послушайте. Это бесполезно. Системы нет. Не получится! Центр Гонолулу, повторяю, мы терпим крушение. Прием. Paradise 243. 32 километра к востоку от Махены. Стремительная декомпрессия салона. Высота 5700. Объявляю чрезвычайное положение. Как слышите? Повторяю, мы терпим крушение. Мы терпим крушение. Тебя никто не спасет. Тебе придется спастись самому. Управляй самолетом. Управляй им. Не теряй управление. Следи за приборами. Не теряй концентрации. Подожди, подожди, давай, давай, у нас мало времени. Выравнивай самолет, выравнивай. Так, так. Отлично, партнер. Летим на базу. В реактивном самолете ты теряешь высоту с каждой секунды сомнения. Венс, база ВВС, Оклахома, 72-й год. Но я посмотрел на землю для ориентира. Такие вещи могут привести к трагедии. Необходимо думать на два хода вперед. Помни, ты движешься со скоростью 960 км в час, а это 16 км в минуту. Если ты сомневаешься, то попадаешь в зыбучие пески неуверенности. И никто тебя оттуда не вытащит, кроме тебя самого. Да, сэр, знаю, но когда мы накренились на правое крыло, и вы уменьшили мою мощность, я начал нервничать. Ты сконцентрировался на проблеме, а не на управлении самолетом. Единственный способ сохранить контроль — это знать наизусть аварийные инструкции. Времени думать у тебя не будет. Сэр, вы подкинули мне сразу две ситуации, которые никогда бы не случились одновременно. Это не очень честно. Слушай, я здесь не для того, чтобы быть честным. Я здесь, чтобы научить тебя выживать. Перед тем, как попасть на фронт, ты должен понять, чтобы управлять истребителем, недостаточно просто знать, как пользоваться штурвалом. Там сзади. Не знаю, но левая часть фюзеляжа отсутствует. Попробую сесть в Мауи. Я свяжусь с ними по второй рации. Двигатель отказал. Давления нет, топливо не впрыскивается. Вижу. Может снова запустить двигатель?
Можем попробовать, но я думаю, туда всосала часть фюзеляжа. Диапазон запуска в полете нормальный. Упорный рычаг заблокирован. Спусковой переключатель. Полет. Есть. Рычаг зажигания. Плавное снижение. Есть. Давай, детка. Включайся. Давай, давай. Не работает. Придется садиться с одним двигателем. Мы делали это в симуляторе. Но теперь это реальность. Разве ты не мечтала быть летчиком-испытателем? Это не совсем то, чего я хотела. Центр Мауи. Это Paradise 243. Прием. Центр Мауи. Это Paradise 243. Прием. Лет службы, включая Вьетнам. Обладатель 3 пурпурных сердец, серебряной звезды, креста летных заслуг. Казарма Скофилда, Гавайи, 66-й год. Старший уррент-офицер Гилберт Килли Хонда. Папа, ты был великолепен. Все тобой гордятся. Не стоит преувеличивать. Армия США раздает много наград. Не так уж и много. Достаточно. Но твои-то особенные. Это часть моей работы. Правда? Неужели ты так это воспринимаешь? Даже если ты летишь на вертолете, а в тебя стреляют, неужели тебе не страшно? Всегда страшно. Но ты все равно это делаешь. Ведь под угрозой твои друзья. Ты просто делаешь, что должен, и надеешься, что все получится. А если нет? Нет, значит нет. По крайней мере, ты пытался. Иди, позови маму к столу. Я вам помогу. Держу. Держите ее! Придавите ее! Слушайте! Не отпускайте ее! Держись! Держись! Жилеты из-под сидений. Наденьте их. Возьмите вон там. Под сидениями. Надевайте. Мауи, это Paradise 243. Мауи, это Paradise 243. Идем на посадку. Прием. Это Мауи. Повторите.
Диспетчерская Мауи, это Paradise 243. Идем на посадку. Мы к западу от Маккены. Высота 3600. Снижаемся. Один двигатель отказал. У нас стремительная разгерметизация. Терпим крушение. Как слышите? Прибывающий Paradise, повторите ваш позывной. Какие рейсы Paradise мы принимаем? 244 и 246. Диспетчерской Мауи, какой рейс терпит крушение? Paradise 243. Это 244 или 243? 244. 244, повторите. Давай, давай. Мы снижаемся с одним двигателем и огромной дырой в самолете, а их волнует неправильный номер рейса. Мауи, это Paradise 243. Идем на посадку. Прием. Думаю, это 243. Какого черта здесь делает 243? Paradise 243, это Мауи. Доложите обстановку. Мауи, это Paradise 243. Мы к западу от Маккена Пойнт. Снижаемся с высоты 3 километра. Просим дать разрешение на экстренную посадку в Мауи. Свяжись с командой спасателей. У нас аварийная посадка, Боинг 737, также, возможно, разгерметизация. Из-за чего? Бомба? Я откуда знаю. Просто свяжись с Ганнолову, скажи, что у нас самолет терпит крушение. И все. Сейчас. 243, это Мауи. Спасатели уже в пути. Я закрыл аэропорт для других самолетов. Альтиметр 2999. Центр вас понял. Внимание, у нас 737-й с возможной разгерметизацией садится на вторую полосу. Поехали. Ветер в направлении 1.8. Поперечные потоки все еще сильны. Об этом не беспокойся. Самолет, скорее всего, развалится еще до посадки. Paradise 243, это Мауи. Ваш позывной 244 или 243? Вот черт, 243. Paradise 243. Не нервничай, Мими, они скоро поймут. Боюсь, будет уже поздно. Вас понял, 243. Постарайтесь сесть на полосу 2. Я доложу об изменении ветра. Paradise 243. Помогите мне. Мне нужен спасательный жилет. Мне нужен жилет для мальчика. Здесь его нет. Наденьте свой. Я надену этот. Хорошо, наденьте его на Дэвида. Сейчас. Как его надеть? Как его надеть? Я не знаю, как его надеть. Подождите, я его надену. О, боже! Все обойдется, слышите? Не тяните за эти шнурки, только если мы будем садиться на воду. С нами все будет в порядке. Вы слышите? Да, с нами все будет в порядке. Да, с нами все будет в порядке. Наденьте его. Не получается. Давайте, я помогу. Он за что-то зацепился. Что вы? Нет, не трогайте это. Что это? Не трогайте это. Это просто кусок пластика. Но он прилип к моему лицу. Помогите его снять. Не трогайте. Послушайте. Послушайте, мы снимем его, когда приземлимся. Не трогайте. Все будет хорошо. Просто держите за жилет. Верьте мне, не трогайте. Хорошо.
Наденьте на нее жилет. Моей жене нужна помощь. Вы можете помочь ей. Мы выживем. Держитесь. Хорошо. Хорошо. Мы выживем. Хорошо. Наденьте на нее жилет. Сейчас. Держитесь. Держитесь. Да, хорошо. Кажется, дополнительная мощность работает, но горит индикатор гидравлики. Да, но приборы показывают нормальные показатели. Да, интересно, почему? Paradise 243, это центр Мауи. Подтвердите высоту. Центр Мауи, снижаемся на высоте 2400 метров. Мы слишком высоко. Пытаемся опустить закрылки. Что? Хочешь, чтобы я попробовала опустить закрылки? Нет, пока рано. Сначала надо провести проверку на управляемость. Я должен лететь с минимальной скоростью, сохраняя высоту. Опустить закрылки сейчас. Да, закрылки один. Закрылки один. Где ваш жилет? Он его потерял. Все нормально. Сохраняйте спокойствие. Я принесу вам еще один. Без паники. Хорошо. Попробую снова связаться с салоном. Мишель! Мишель, ты слышишь меня? Джейн! Сиби! Кто-нибудь ответьте! Интерком, наверное, сломался, когда кусок фюзеляжа оторвало. Впереди облака, которые надо обойти. Скорость 1,90. Хорошо, закрылки на 5. Закрылки на 5. Техас, 1968 год. Башня округа Джефферсон. Это Cessna 2-8 Juliet. Вижу поле. Поворачиваю на окончательное сближение. Cessna 2-8 Juliet, вижу вас. Даю посадку, полоса 2-9. Примите во внимание сильные поперечные ветра. 3-4-0 градусов, порывы ветра 3-8 метров в секунду. Ветер действительно переменился. Ты уверена, что справишься, Мими?
Вас поняла. Cessna 28 Juliet. Без проблем. Мы это проходили уже сотню раз. Но ты никогда не садилась при таком ветре. Это совершенно новая ситуация. Эти порывы опасны. Тебе предстоит довести его до самого аэродрома. Это серьезно, Мими? Если не будешь держать равновесие, можешь упасть на крыло. Теперь правым крылом лети по ветру. Держи нос к низу и контролируй скорость, пока не приземлишься. Теперь выравнивай. Держи ровно нос к низу, Мими. Ровнее. Нос к низу. Давай. Молодец. Мими, давай повторим инструкцию спуска с одним двигателем. Планируйте снижение с закрылками 15. Установите напряжение на 15. Поддерживайте напряжение на 15 минимум 5 узлов во время посадки. Есть. Противообледенительная система выключена. Кондиционирование воздуха. Хорошо, хватит. Теперь следи за приборами и включи закрылки 15. Закрылки 15. Гидравлика, нормальные показатели. Они опускаются симметрично. Легче с поднятыми закрылками. Подними их обратно до 5, пока тут все не развалилось. Paradise 243, это центр Мауи. Даю посадку. Прямо на полосу 2. Ветер 044 на 2.0. Вас понял, центр Мауи. Спасательные отряды уже прибыли? Как поняли последнюю передачу? Похоже, они слышат только тебя. Центр Мауи, вас поняли. Идем на посадку. Садимся на полосу 2. Скажи им, нам понадобится помощь в эвакуации самолета. Мы не можем связаться с бортпроводниками, но нам нужны спасательные машины и надувные трапы от Paradise. Центр Мауи, Paradise 243, прием. Paradise 243, слышим вас отлично, прием. Нам потребуется помощь, мы не можем связаться с бортпроводниками. Нам понадобится помощь при приземлении. Paradise 243, вам понадобится скорая? Так точно. Как там скорая, Рик? Едут. Я дважды говорил с диспетчером. Скажи, пусть жмут на газ. Сейчас тут такое может быть. Кто их увидит, скажите. Ну что? Похоже, гидравлика сломалась. Показатели нормальные. Значит, дело не в этом. Но он становится непослушным. Ты можешь выровнять курс? Пытаюсь. Так, проверим шасси. Давай. Гора, мы врежемся в гору. Нет! Самолет не управляем. Мы все умрем. Я не хочу умирать.
Нет. Всем сохранять спокойствие. Нет, мы не врежемся. Слышите? Успокойтесь. Все обойдется. Успокойтесь. Зеленых индикаторов основных шасси. Носовые не горят. Попробуй еще. Не загорается. Носовые шасси не опускаются. Агент Прескотт, ФБР. Как добраться до аэродрома? Полезно. Носовые шасси не опускаются. Попробуй вручную. Ничего. Индикатор до сих пор не горит. Потяни за ручку. Я опустила. Попробуй теперь. Башня, это капитан отряда спасателей. Мы на месте. Сколько горючего и сколько пассажиров на борту? Прием. Спасибо. Вы Капелли? А вы кто? Агент Прескотт, ФБР. Нам доложили о крушении самолета. Когда он появится? Он приближается. Они не опускаются. 243. Назовите количество пассажиров и горючего на борту. Лучше назовем количество пассажиров. Горючего у нас примерно 3 тонны. Башня Мауи, Парадайз 243. У нас 89 пассажиров и 5 членов команды. Парадайз 243, связь прерывается. Повторите. Это башня Мауи. Только что доложили с 243. На борту 94 человека. Связь прервалась. Мы не смогли узнать, сколько горючего. Думаю, примерно 6 тонн. Может, им удалось сбросить часть горючего до приземления? Невозможно. 737-й не оборудован системой сброса горючего. Вы шутите? Но есть хорошая новость. Оно в крыльях. Да уж, замечательно. Будем докладывать обстановку. Конец связи. Конец связи. Ну что там? Баки наполнены горючим. 6 тонн минимум. 6 тонн?
Что будет, если он упадет на крыло? Взорвется еще до того, как мы подоспеем. Когда мы будем садиться, я хочу, чтобы все наклонились вперед, обхватили лодыжки, не поднимали головы. Когда мы будем садиться, наклонитесь вперед, обхватите лодыжки и не поднимайте головы. Как там пилот? Что? Самолет очень трясет. Из правого двигателя валит дым. Как он там? Не знаю. Я учился в летной школе. Я имею в виду, если ему понадобится помощь. Хорошо. Когда мы будем садиться? Когда будем садиться, наклонитесь вперед. Прижмите ее. Прижмите. Ничего разглядеть. Как мне поступить? Почему бы нам не пойти туда вместе? Хорошо? Пойдемте. Не знаю. Единственный путь в кабину через те сиденья. Не так ли? Либо делайте что-нибудь, либо молчите. Тут полно других людей, которым я нужна. Мы идем? Так мы идем? Скорость ветра 1,70. Как второй двигатель? Плохо. Начинает перегреваться. Давай, детка, еще пару минут. 2-4-3, башни Мауи. Связь прервалась. Подтвердите, вам точно нужна скорая помощь? Они так и не поняли. Башни Мауи, 2-4-3. Подтверждаю. Вас понял. Сколько вы думаете у вас раненых? Мы не знаем. Нам потребуется помощь. Мы не можем связаться с бортпроводниками. Нам понадобится помощь с пассажирами. Вас понял, 243. Скорая уже в пути. Надеюсь, он имел в виду не одну скорую. Скажи ему, что у нас не горит индикатор шасси. И мы не можем ждать проверочного полета. Нам пора садиться. Paradise 243. У нас нет передних шасси. Мы садимся без них. Шасси не опускаются. Сказать Капелли? Черт возьми. Звони ему, скажи, пусть готовится к взрыву. Если самолет покатится кувырком, все будет завалено трупами до самого пляжа. 243, вам нужна другая помощь. Башня Мауи, Paradise 243. Нам понадобится все, что у вас есть. Это Капелли. Что вы сказали? У 243 не выпускаются передние шасси. Вы можете залить пеной посадочную полосу? Шутите? Когда? Через пару минут? Что есть, то есть. Лучше молитесь о чуде. Вижу поле. Ты видишь? Да, вижу.
Приготовлю экстренные тормоза. Поставь стартовые переключатели на низкий. Хорошо. Нас до сих пор сносит влево. Ты можешь выровнять? Стараюсь. Тяжеловато с одним двигателем против такого сильного ветра. Второй двигатель продолжает перегреваться. 80 километров жевать железо. Не мудрено. Аэропорт Кахулуи, ветер 4.0 на 1.6. Высота 600 метров. Скорость ветра 1.70. Мы все еще отклоняемся от курса. Проверь инструкцию посадки с одним двигателем. Требуется закрылка 15, а мы можем только 5. Знаю. Пока держи скорость в 170 узлов. Проверь оставшуюся инструкцию. Зажигание включено. Элемент памяти проверен. Давай, давай. Где ты? Парадайз 2.43. Теперь ветер 0.5.0 в 2.0. Экстренные тормоза готовы. Последними пунктами идут шасси и закрылки 15. Придется импровизировать. Дай-ка мне скорость для посадки с закрылками 5. Здесь такого нет. Проверь хвостовую кромку, там есть формула. Есть. Закрылки 1-15. Настроить опорное напряжение 40 плюс 30 узлов. 40 плюс 30. Что получается? 1,53? Нет, давай посмотрим опорное напряжение. 1,22. 1,20? 2 плюс 30. Будет 1,52. 1,52. Правильно. Не выйдет. Придется вернуться к 170 узлам. Вот они. Вот они. Бог мой! Часть крыши салона отсутствует. Стойте. Шасси. Я вижу передние шасси. Свяжитесь с ними и скажите, что у них есть шасси. Они выпущены. Они выпущены. Парадайз 2.43. Мы вас видим. Кажется, ваши передние шасси выпущены. Повторяю, шасси выпущены. 2.43, вас поняли. Шасси выпущены. Будем надеяться, они зафиксированы. Парадайз 2.43, какова ваша скорость? 170 узлов. Это 320 км в час. Им не хватит полосы. У них не получится. Когда будем садиться, может поднять закрылки до 40, чтобы затормозить? Не раньше, чем коснемся земли. Хорошо. Мы садимся. Я хочу, чтобы вы обхватили лодыжки, наклонились вперед и не поднимали головы. Слышите? Сделайте это. Обхватите лодыжки, наклоните голову. Наклоните голову. Наклоните голову. Нагнитесь, обхватите лодыжки, мы садимся. Наклоните голову. Держись за меня, Дэвид. Нет, мам, мы должны обхватить лодыжки, это правило. Наклоните голову, обхватите лодыжки, мы садимся. Обхватите лодыжки, наклонитесь, мы садимся. Обхватите лодыжки. Давай, давай же. Выходим. Пошли. Я люблю тебя, мама. Знаю, малыш, я тоже тебя люблю, Дэвид. Обхватите лодыжки, наклонитесь, наклоните голову. Наклонитесь вперед, обхватите лодыжки.
Опусти голову, Дэвид! Итак... Мы садимся! Экстренные тормоза. Второй реверсер включен. Закрылки почти 40. Парадайз 243, выключайте двигатель. Все хорошо, аэропорт Мауи перекрыт. Ну и посадочка. Ты шутишь? Ну и полетик. Давай проверим инструкцию по эвакуации пассажиров и будем выбираться отсюда. Нам удалось, Джейн. Мы выжили. Мы выжили. Ты цела? Да, думаю, да. Я медбрат. Я могу помочь. Держись. Так. Я бы хотела помочь. Нет, тебе не обязательно помогать. У меня все под контролем. Где Сиби? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Синди, открой мне дверь, я спущу Джейн по трапу. О, боже, сейчас. Тебе помочь? Нет, я справлюсь. Я сейчас вернусь. Моей жене нужна помощь. Помогите мне, спускайте трап. Медики, скорее! Скорее, медики! Я спустил надувной трап. Можете спуститься здесь. Тихо, тихо. Сейчас сюда поднимется врач. Успокойтесь. Если вы не ранены, покиньте самолет. Успокойтесь, пожалуйста. Осторожнее, она ранена. Осторожнее. Папа ни за что не поверит. Дэвид. Это фантастика. Дэвид, идем. Идем.
Давай, мам, это здорово! Иду. Осторожно. Тише, тише. Вот так. Так. Хорошо. Дайте-ка вашу руку. Просто слегка надавите. Медик! Нам здесь нужна срочная помощь. Так, пожалуйста, пройдите в хвостовую часть. Хорошо, хорошо. Если вы не ранены, пожалуйста, пройдите в хвостовую часть. Давайте, давайте. Агент Прескотт, ФБР. Я хочу, чтобы вы убрали отсюда всех, кто может ходить. Именно это я и делаю. Сейчас же. Извините, вам придется покинуть самолет. Но у меня есть медицинский диплом, я могу помочь. Извините, но нам приказали эвакуировать весь самолет. Вы шутите? На выход! Одна я не справлюсь. Вы не могли бы нам помочь? Помогите, пожалуйста. Нужна помощь. Все хорошо, хорошо. Где пилот? Он заканчивает выключение машины. Я старший помощник, а вы кто? Я из ФБР. У вас произошел взрыв. Взрыв? Нет, не думаю. Дайте мне лучше факты, а не домыслы. Я и даю вам факты. Не было никакого взрыва. Было больше похоже на громкий звук разрыва. Разрыва? Да, такой, как будто рвется ткань. Что, бомбы не было? Нет, не было. Все в порядке. Можете позвать помощников. Кто это был? Не знаю. Кто-то от шерифа или полиции или тому подобное. Они думали, что это была бомба. Я бы сказал, усталость металла. Да, я сказала, что самолет просто разорвало. Медики, сюда. Давайте, нам нужна ваша помощь. Эй, там, внизу! Нам нужна ваша помощь. Это вы мне? Да, вам. Идите сюда. Вы же меня выгнали. Извините, это была ошибка. Нам нужна ваша помощь, пожалуйста. Ладно. Сюда, да. Ты цела?
Да. Но Сиби... Она погибла. Извините. Я всего лишь хотел пожать вам руку. Капелли, пожарные спасатели. Вы провернули нехилую работенку. Кое-кто хочет с вами поговорить. Шорнстхеймер слушает. Старина, сижу я тут в диспетчерской Парадайз, и вдруг ты становишься главной темой для разговоров. Как ты там? Мы попали в небольшую переделку, но думаю, сейчас все хорошо. Да, я слышал. Для военного инструктора ты неплохо справился. Я был не один. У меня была отличная команда. И они называют нас хваленными водителями автобусов. Слушай, увидимся, когда вернешься. Может, я даже угощу тебя ужином? До скорого. Договорились. Мой фургон к вашим услугам, как только будете готовы. Ты только посмотри на это. С помощью героических усилий экипажа рейс 243 удалось завершить всего с одной жертвой. Капитан Роберт Шорнстхеймер и по сей день является пилотом, показанной в фильме компании. Старший помощник Мадлен Мими Томпкинс удачно окончила курсы повышения квалификации и стала первой женщиной-капитаном вышеописанной компании. Бортпроводник Мишель Хонда вышла замуж и приехала с дочерьми на материк. Она также продолжает работать на вышеописанную компанию. Бортпроводник Джейн Сато Томита восстанавливает здоровье после катастрофы. Посвящается памяти Сиби Лэнсинг. После 13-месячного изучения катастрофы рейса 243, Национальный комитет по вопросам безопасности транспорта постановил, что причиной послужило несколько факторов, в том числе и усталость металла. Из-за этого происшествия отрасль авиаперевозок внесла решительные изменения в подготовку и проведение полетов. Фильм озвучен студией «Инис» по заказу ТВ-3 «Россия».